Жители Марксовского района дошли до точки кипения. Люди написали петицию с требованием отставки главы района Олега Тополя. Жители обращаются к губернатору области и депутатам с просьбой не допустить к дальнейшему руководству чиновника. По их словам, за 3 года пребывания в Марксе Олег Тополь не только не заслужил уважения, но и, цитирую, растерял авторитет должности, остался для нас пришлым чужаком. Конец цитаты. Кроме того, в петиции отмечают, что глава района избегает прямых встреч, открытого разговора с людьми, а в его окружении процветает взяточничество. Жители района просят губернатора не поддерживать неугодного чиновника, а подобрать на его должность энергичного управления.